Чтобы приготовить рисоблин с сыром, в глубокую миску необходимо поместить творог, 2 средних яйца, влить молоко и добавить щепотку соли. Измельчить все погружным блендером до однородного состояния. Добавить к полученной массе рисовую муку, перемешать ложкой или лопаткой, чтобы получилось однородное, не слишком густое тесто. На разогретую сковороду вылить немного растительного масла и смазать силиконовой кисточкой. Вылить тесто, разровнять. Готовить рисоблин на среднем огне 3-4 минуты. Затем посыпать верх блина измельченным свежим укропом и тертым сыром. Я использовала сулугуни. Накрыть рисоблин крышкой, убавить огонь до минимума и готовить еще 2-3 минуты. Получается мягкий, сочный и очень вкусный рисоблин с сыром.